А сейчас на ЧП уже от полицейских. На прямую связь со студией выходит сотрудник пресс-службы областного УМВД Антон Смирнов. Антон, добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте, Любовь. В Ярославле полицейскими раскрыта кража 340 тысяч рублей у пенсионерки. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый. Ранее в дежурную часть ОМВД России по Дзержинскому городскому району обратилась 80-летняя местная жительница. Она сообщила о том, что неизвестный мужчина пришел к ней в квартиру, представившись медицинским работником, после чего похитил денежные средства. Подозреваемый мужчина установлен полицейскими в городе Москве, где был задержан по подозрению в совершении аналогичных преступлений. В соответствии с частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.